9 ноября Казанский федеральный университет с ответным визитом посетила делегация Ирана. Состоялась встреча с профессорско-преподавательским составом Института геологии и нефтегазовых технологий во главе с директором института, проректором по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наук о земле Данисом Нургалиевым. Встречались во время нашего визита в Тегеран во главе с Тимирханом Булатовичем Алишевым. Обсуждали наши взаимодействия в области нефтегазовой отрасли. Ну и сейчас они к нам приезжают с ответным визитом посмотреть на наши лаборатории, на наше оборудование и обсудить совместные проекты. Визит был поделен на несколько этапов. Вначале коллеги встретились за круглым столом для обсуждения вопросов сотрудничества, а также развития будущих проектов. Вопросы, связанные с деятельностью научных центров мирового уровня, то есть это вопросы, связанные с геологоразведкой, с оптимизацией разработки месторождений и с передовыми технологиями увеличения нефтеотдачи. Далее для гостей была проведена экскурсия по лабораториям Казанского университета, где иранской делегации были продемонстрированы новейшие разработки, созданные работниками университета. Финальной частью визита стала встреча гостей в здании Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского университета, где продолжилось обсуждение вопросов дальнейших совместных работ. Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз.